Если украинское наступление сорвется в весенне-летней кампании или будет какие-то неоднозначные результаты, на что мы самым искренним образом и рассчитываем, что оно этим и закончится, то по большому счету на Западе могут сказать, ну, этим военным неудачникам, наверное, и нет смысла поставлять в дальнейшем вооружение, военную технику, финансировать. Они не могут справиться с российской армией, и эта задача изначально обречена на неудачу. Но будем надеяться, что это так произойдет на самом деле.